Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале. Давненько у нас не было мукбанка с мороженым. Это мое любимое мороженое Магнум. Я взяла в разных расцветках. Тут молочный шоколад, темный, белый шоколад. Взяла черешню, и у нас здесь вода. 6 мороженых, по-моему, 6, да? Да, 6. И как вы думаете, смогу ли я все это съесть? Давно я снимала подобные челленджи, и там я спокойно все съедала. Посмотрим, что получится в этот раз. Обожаю это мороженое. Оно просто нереально вкусное. Я всегда мороженое кусаю. Хотя некоторые удивляются. И давайте сразу отвечу на вопрос моей подписчицы. Моя подписчица мне вчера в Инстаграм написала огромный текст из своей жизни. Здравствуйте, Айка. 3 года я в отношениях с женатым мужчиной. Он все обещает развестись, но не делает этого. Сколько можно ждать, я не понимаю. Мне 23 года. Мне хочется нормальные, серьезные отношения, а я всегда на втором плане. Расскажи, пожалуйста, про это видео. Возможно, в комментариях кто-то что-то мне посоветует. У него есть 1 малолетний ребенок. Насчет отношения с женатым. Я это абсолютно не поддерживаю. Я считаю, что у нас у женщин не хватает женской солидарности. Почему-то мы спокойно из-за мужчины можем переступить через свою гордость, через свою ревность. Вот люди говорят, никогда не говори никогда. Вот я могу сказать на 1000000%, что никогда в жизни я бы такого не сделала. Во-первых, если мужчина изменил своей жене и начал уже общаться с вами, это уже говорит о том, что этот мужчина ненадежный. И завтра просто с легкостью он предаст и вас. Если человек не любит свою жену, развелся бы, 2-3 года походил бы в холостяках, затем уже познакомился с другой девушкой. То, что она это делает так параллельно, это уже характеризует его. И не надо никого идеализировать, тем более, если в семье есть дети. Эта девушка еще написала, что она хочет написать его жене. Зачем? Вот зачем такой мужчина нужен, который между вами и кем-то просто стоит между выбором? Вот психологи говорят, типа, не надо выносить мозг, на много чего надо закрывать глаза, что-то не надо говорить.
Типа мужчины не любят, когда им вносят мозг. Ну, блин, если ты в отношениях, которые не устраивают тебя, ты постоянно в стрессе, какой прикол в том, что мужчине комфортно в этих отношениях, если тебе некомфортно? В общем, что я тебе советую? В мире очень много прекрасных мужчин. Разных. Все индивидуальны, у всех свои какие-то характеры, у кого-то свои плюсы, у кого-то свои минусы. Я просто советую тебе оглянуться вокруг и посмотреть, сколько прекрасных людей борются за тебя, а ты борешься за него. Дело даже не в том, что у человека есть семья, и он предатель. Это еще ладно. Дело в том, что эта ситуация уже характеризует человека. Сколько у нас примеров я не видела таких. Мужчина все обещает, обещает. Потом все равно остается со своей женой. Я недавно в Инстаграме вам выкладывала, что у нас у женщин реально нету женской солидарности. Девушки друг друга отбивают парней. Что только не происходит. У меня в одногруппнице была такая ситуация. Познакомилась с парнем, общались месяца два. Потом она начала замечать, что он по вечерам не звонит, по вечерам не отвечает особо. Выяснилось, что у человека есть семья. Тогда сразу общение прекратилось. Мне кажется, по-другому и не должно быть. Узнала, что у него есть жена, семья, дети. Все. Это должно быть табу. А еще, знаете, как обидно бывает. Например, девушка с самого начала с ним, там, с университетских времен и так далее. У мужчины нету ни квартиры, ничего. Недостатка. Она его поддерживает, верит в него. Они женятся. Он добивается чего-то в жизни и сразу заводит себе любовницу другую. Это просто, мне кажется, так подло. А потом другие женщины видят эту ситуацию со стороны и думают, нахрена мне вместе с ним начинать все это. Найду себе успешного мужчину. И все, мужчины говорят, что мы меркантильные. Нам нужны только бабки. Поэтому даже не стоит, бросай его. Прям вот с сегодняшнего дня. Перестань брать трубки, займись своей жизнью, найди какого-то другого человека. Не надо находиться в отношениях, где тебе некомфортно.
разведется, а что-то исправится. Вообще, это большой грех влазить в чужую семью. Неважно, какие там чувства, что как к чему. А мы с вами уже четвертое мороженое кушаем. Я себя вообще не заставляю. То есть, если вы думаете, что ради челленджа там я впикиваю в себя, нет. Я хочу — ем. Тем более такое мороженое вкусное. Есть обычные там стаканчики. Я сначала хотела взять мороженое. Вот точно-точно такое же, но стоило в 2 раза дешевле. Я думаю, сэкономлю, возьму. Дошла до кассы, вернулась назад и взяла именно это мороженое. Оно очень вкусно. У меня мама вообще рекордсмен. Может прям ведро мороженого съесть. Я не особо фанатка. Ну так, кое-где могу. Вы знаете, что до меня не доходит? Корейские мукбангеры тоже снимают мороженое, и у них дохрена мороженого, и они все это пережевывают. И момент, где они пережевывают, они его срезают. Следовательно, видео намного длиннее. Но каждое новое мороженое, оно в таком состоянии, как будто только что вышло из морозильника. То есть, пока человек снимает это видео, по идее, мороженое должно немножко растаять. Вот, к примеру, это уже тает. Вот это тает. Почему у них не тает? Я не понимаю. Либо они сидят в морозилке и снимают. У меня в комнате не жара стоит, и все равно мороженое тает. Возможно, вы не замечаете этих моментов, потому что вы никогда не снимали мукбанки. Но у них стоит мороженое, и оно покрыто вот таким вот белым слоем. Этот слой бывает тогда, когда только что, например, вынула ты мороженое из морозилки. Кто-то говорил, что они в несколько дублей снимают. Надо быстро кушать. Мы однажды с мамой дома сделали мороженое. Такое вкусное получилось. Мама, по-моему, даже есть рецепт. Правда, много заморочек с этим мороженым. Последний красавец.
быстрее. Это было легко. Вот если бы в мороженых было не 6, а, например, 12, вот это был бы челлендж. Короче, мой вам совет. Любите себя. Видео, правда, получилось очень длинным, но мне надо было доесть. Я поела, было очень вкусно, не могу сказать, что я нажралась. А вы обязательно пишите в комментариях свое мнение по поводу этой ситуации. Всех люблю, целую, с вами была Айка.